втором дивизионе конференции А. HSBC с своей первой позиции никуда не уйдет, никто их потеснить не сможет. Здесь остается только вопрос, могут ли обогнать они Русал и стать самой успешной командой в конференции. Ну, хотя, конечно, такие сравнения – это поиск лишней интриги там, где на самом деле их нету, потому что разные, в разных дивизионах находятся команды, их сравнивать, ну, не совсем корректно. РТРС со второй строчки турнирной таблицы уже тоже никто не сместит. HSBC фактически несколькими минутами ранее сгорели серебро РТРС, поскольку обыграли Сбербанк страхование, не дали Сбербанку набрать ни одного очка. И теперь вопрос, ответит ли РТРС взаимностью, HSBC позволит ли продолжить вот эту вот гонку за первое место в конференции. Я думаю, что все-таки никаких скидок РТРС делать своим соперником не будет. Где еще один мяч? Угловой. Удар с лёта. Царёв закрывал ближнюю штангу, что видел. А где моя ручка? С этого еще беседа опускает лучшее значение наших соревнований. Сергей Ремнёв. Перебор желтых карточек у него. Нашелся. А есть другая? Нашелся злодей. Да. Нормально, что общается. Борец, хороший перевод у него получился, но там игра рукой при обработке мяча. Борец. Передачу назад или самому нужно было сделать несколько шагов. Второй вариант выбрал Борец. HSBC, два игрока всегда остается на своем основном поле. Заброс на голову до борца. Правда, пришлось ему нагнуться, чтобы удар головой нанести. Очень неспешно идет игра. Товарищеский матч.
которая в турнирной таблице ничего не изменит. Ну это неплохой удар получился, рядом с Кристаминой прошел мяч. Какой бы товарищеская игра не была, но порадоваться за забитым мячом тоже хочется. Борец в последний момент накрыл нападающего. Выход у РТРС получался. РТРС обвинить не в чем. 1-0 HSBC выходит вперед, напоминая, что именно эта команда завоевала первое место в своем дивизионе. Борец отнял мяч. На лице. Если со слезами, то только радость за уже добытые победы. Борец. Еще один удар в него. Слушай, заканчивается время, отведенное на первый тайм. Один забитый мяч мы увидели. Надеемся, что в короткой остановке будет голов у нас больше. Взял начало второй тайм.
при счете 1-0 в пользу HSBC. Теряет мяч рядом со своей штрафной. И здесь второй не получает. Значит, еще одно спасение. 1-1. Вот так начало второго тайма. Дмитриев 2. РТР сейчас может атаковать. Здесь обычно так вратаря разминают перед началом игры, когда он находится на паркете, а игроки, значит, ловят мяч рядом с ним. Еще одна потеря при выходе из обороны в атаку. От ворот будет садиться мяч. Никуда не торопятся команды. Я думаю, что могли бы согласиться и не по 10 минут тайма проводить, а чуть меньше. Регламент это позволяет. Три в два снова идет вперед РТРС. Отложенный фол РТРС. Кстати, команды уже встречались, когда еще ЧСБС выиграл со счетом 2-0. Борец не дождался сигнала арбитра, хотя до этого просил отодвинуть защитника на положенные 5 метров. Желтую карточку так и получает. И интересно, после заключительного матча нашего сыграли конец части. Не перебор ли карточек у борца? Молодец!
этим, и вот этим. Он же не просит! Борис, ну, значит, движение от мяча. Ну, сейчас. Ну, по-моему, на 5 метров как раз и отошел. Без просьбы. Три с небольшим минуты еще нужно доиграть от HSBC. Тайм-аут HSBC взял, хотя тут сама игра была больше на тайм-аут похожа или на очень вялую разминку. Но придется нам отдохнуть. Так вот, футбол. Надо отдохнуть. Пол первый. Нам опасно, да? Наше награждение. Продолжается играть счет 1-1. 2,5 минуты доиграть нужно. РТРФ может сейчас бороться за свой престиж, если выиграет, будет еще потом рассказать потом. Ну и вообще приятно закончить сезон победы. На РТРС это заключительная игра в этом сезоне. Ну, может, конечно, принимать участие этого турнира, но это все позднее. Просился сейчас пас на правый фланг. Но продолжает нападающий регулярно проверять Царева, как появляется любая возможность. Надеются, что дрогнут его руки. Здесь с перебором определенным. Второе нарушение HSBC при трех голах РТРС. Легкий заброс. Вот я
Борец придержал сейчас соперника. Ну, рискует вторую желтую карточку получить. Какое, а? Зарёв снова на месте. Пас Фрутарио получился, и Царев сыграл руками. И не должен был свободный удар. Стабильный. Так, смотрим розыгрыш свободного. Человека в стенку, игрок сразу решил пробить. Для взятия ворот должен был сначала рикошет стоять. Дим, ты кого держишь? Дима! Последние 10 секунд. Последняя атака. Борец бьет издали. 6 секунд. Все. Время, отведенное на матч, стекло. 1-1. Ничья.